Здравствуйте, друзья! Вот с утра смотрел новости и буквально только что наткнулся на такую информацию. По официальным данным Росстата, естественная убыль населения в РФ за прошлый год впервые вообще в истории РФ превысила 1 000 000 человек. То есть на 1 миллион человек умерло больше россиян, чем родилось. И население РФ за год всего сократилось больше, чем на 1 000 000. Вот пишут, что такого там не было даже в 90-е годы. И я бы вообще не обратил внимания на эту информацию, потому что, ну, мне все равно, какие там демографические показатели в других государствах. Но проблема в том, что конкретно вот это государство, где за год вымирает 1 миллион граждан, постоянно лезет к нам, сует нос в наши проблемы, рассказывает, как нам жить, какие законы нам принимать, и даже выдвигает еще какие-то территориальные претензии. То есть, вместо того, чтобы защищать русских у себя в стране, а как мы видим, там они действительно нуждаются в защите, они пытаются защищать русских где угодно, кроме РФ. То есть они рассказывают про какие-то притеснения в Украине, они защищают русских в Прибалтике, они защищают русских в Казахстане, они суют нос, короче, в дела абсолютно всех. Да, они всем рассказывают, как жить, а те, кто с ними не согласен, еще и получают угрозы. То есть они нам еще и угрожают сейчас войной. Видимо, им 1 миллиона вымерших русских людей недостаточно, и они хотят погубить еще больше. Да, я знаю, что мне сейчас там напишут в комментариях, мол, да, в Украине те же проблемы, тоже сокращается население. Да не вопрос, сокращается. Это не секрет. Просто мы, в отличие от РФ, не корчим из себя сверхдержаву и при этом не рассказываем нашим соседям, как им жить, не суем нос в их дела, не указываем им что делать, а решаем свои проблемы. Ну, решаем, как умеем, с переменным успехом, тем не менее, решаем. Так вот, прежде чем рассказывать нам, что нам делать в Украине, на каком языке нам говорить, какие законы нам принимать, разберитесь, пожалуйста, сначала у себя, со своими гигантскими, колоссальными социальными и демографическими проблемами. Потому что только тот, кто у себя построил достойный уровень жизни, только тот, кто навел порядок у себя в стране, может кого-то поучать, имеет какое-то моральное право кому-то что-то рассказывать, давать какие-то советы и так далее. А у современной РФ никакого такого морального права на данный момент нет и близко. Подписывайтесь на канал, друзья. Ну а если вам нравятся мои видеоблоги и вы считаете, что я делаю правильную работу и нужную работу, вы также можете поддержать мой канал по тем реквизитам, которые указаны в описании к этому ролику.